Здравствуйте, друзья! Сегодня в нашем обзоре мы с вами рассмотрим банкноту достоинством 20 рублей образца 2000 года Республики Беларусь. Мы видим на аверсе изображение здания Национального банка Республики Беларусь в городе Минске. Также мы видим, что дизайн банкноты уже более интересен, много узоров, много всяких элементов на банкноте. По сравнению с предыдущими выпусками и с банкнотами меньшего номинала. Давайте с вами посмотрим, как выглядит данная банкнота с обратной стороны, с реверсной. Вот так выглядит реверс банкноты. Также видим много узоров, различных элементов. Надпись 20 рублей и часть интерьера Национального банка Республики Беларусь цифрами и прописью обозначения номинала. Давайте посмотрим, как выглядит банкнота на просвечивание, какие у банкноты водяные знаки и элементы защиты. Так, мы видим нить, полоса защитная, проходящая через всю банкноту, и также видим водяной знак. Водяной знак в виде аббревиатуры Национального банка Республики Беларусь. Такая у нас с вами сегодня в обзоре была банкнота интересная достоинством 20 рублей Национального банка Беларуси образца 2000 года. А на сегодня все. Всем спасибо за внимание. До новых встреч!